то говори сразу, чтобы мы могли исправиться здесь. Но Игнатий, если ничего? Нет, конечно. Ну, слава Богу, хорошо. Тарас, а ты как уезжать будешь? Ничего? Мирно? Да, нормально. Нормально? Они уезжают сюда тоже. Сегодня по лагерю уедет. Папа при обеду уеду. Папа приедет, да? Угу. Папа приедет, да. Ну все, нам надо собраться возле Налоя, батюшка. Собраться там надо всем. Я сейчас удар в колокол сделаю и собраться. Делайте что? Ваше дело. Не, просто что может вас это не задерживаю. Так. Сейчас мы будем прощаться с моим Сафалеем. Сказал, что он Мальчики. Не против. У нас один удар, это сбор у креста. Никит, поснимай. Девятилетка. Молчать. Мы сейчас собрались для того, чтобы у нас один выезжает. Это Ваня Суховец. Выходи, да. Где родители выходят? Где у тебя родители? Сам выходит. Надо было позвать. Вас снимают. Так, Тарас, ну-ка хватит. Чего вы тут? У вас опять начнется. Сейчас начнется. У нас такое заведено, что прежде чем ребенок уезжает, спрашивает, что, есть ли у него обида на кого-либо из здесь стоящих? Нету. Нету, да? А у вас кто-то есть какие-то обиды на него? Нет. Просим, просим поднимать. Давай. Он меня часто обзывал. А ты же знаешь наше правило, какое должно быть? Что, ну, ставить, что у нас написано? Не я. Что надо делать? Он тебя обозвал, что ты должна была делать? Позвать, сказать, пойти. А если ты этого не сделал, сейчас ты стоишь и говоришь об этом, что это значит? Я беда. Вставай давай. Да, но не же Василий. Дети ко мне все приходили очень часто помогать. И так тоже играли на моей площадке там. Все. И я очень благодарна Ванечке, что он много помогал. Он очень хорошо себя вел всегда в детском домике. И там, чем занимаюсь, у нас кружковая работа была. И он всегда принимал во всем участие. И помогал мне очень хорошо там и на огороде, и везде. Так что я очень благодарна Ване. Он умница такой. В общем, мальчик очень... Мне он понравился. Но у меня вот одно пожелание вот, лично к вам, чтобы вы чем занялись. Он слишком какой-то нерасторопный, ленивый.
Вот его не расшевелишь просто-напросто. Но я думаю, если он в армию пойдет, его там расшевелят. Но там придется пинками. Здесь-то словами, мы убеждениями делаем. Потому что Ваня исправляется. Я ему объяснял. Да, то есть Ваня, ты должен исправляться. Иначе тебе будет палка розга исправляться. Еще можно? От Бога, давай. А у меня замечание, я вчера сделала замечание. И сегодня смотрю то же самое. А говорят, да целый месяц так. Я не виноват, они сами виноваты. Так ему еще обрезали их вроде бы. Да, их обрезали ему. Он покраснел бы, давно бы. Завязал бы так, чтобы он не развязывал. Мы все равно развязывались. Ну все, какие еще пожелания у него есть? Ему, извините, Ваня. Может, что-то ему надо еще в чем-то исправить? Что в следующем году Паша пожелал, приехал. А у тебя самого желания есть приезжать? Ну, или да. Ты уже все, наверное? Есть желание. Конечно, нет. Созванивался в интернет. У тебя же есть визитка? Да. А нет, нету, визитки нету. Нету визитки? Нет. Визитка у кого есть? Мама даст. Да у нас контакты. У меня с собой нет. А? У нас есть контакты. А, созванивался? А, ну все тогда. Вот это вот этот палец. Есть. Ну, все, канал наш выйдет, и вы всю зиму смотреть наши ролики. Ну все, сейчас он 10 раз ударяет колокол, а мы встаем, мы будем. Он любой, когда мне захочется, да? Да, какой хочешь. Ваня, ну ты большой. Я на суде большой. Я не знаю, я хочу каждую радость по-разному. Я еще ни разу не вижу. Здесь большой. Спасибо. Чуть не было. Все, бегом строй. Бегом строй. Не уезжай! Не уезжай! Тихо, все, успокойся. Все. Молимся, кепки сняли. А без кого? Кепки сняли. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава тебе, наш Господь, за это чудное утро, за этот чудный день. Ты, Господи, осветил этот сегодняшний день. И дал нам вдохновение, чтобы мы 6 дней трудились по заповеди Святой, а 7-й посетили Тебе, Господу Богу нашему. Благослови сегодня, Господи, новокрещенных, умудри их, наставь их и сохрани их от всех рода зла. Дай, чтобы эту чистоту, Господи, безгрешных они сохранили в дальнейшем, ходя по заповедям Святым, руководимы будет, чтобы Духом Твоим Святым. Помоги им, Господь наш, и благослови также отъезжающих отсюда Ивана. Помоги ему исправиться, дай ему рождение свыше по Слову Твоему, чтобы он полюбил Слово Твое, вникал в него, исполнялся духом премудрости, духом разумения, чтобы враг его не увлек куда-либо в другую сторону, чтобы не погибла душа его для вечности, и родители его благослови. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Сейчас дети идут на лодке, мы все вместе идем на лодку. Желающие взрослые, пойдем на лодку. А потом купаться? Все, все, пошли, снова купаем. Давайте на лодку покататься. Сумку тогда и Вика там куклу разделала.